В казахской столице прошла торжественная церемония награждения 13-й ежегодной российской премии в области популярной музыки Муз-ТВ-2015 «Гравитация». Впервые за всю историю ее вручения церемония проходила за пределами России. И, наверное, впервые в жизни Нурсултан Назарбаев был удостоен музыкальной премии. Более 33 тысяч человек пришли на столичный стадион «Астана-Арена». Казахстанцам не помешали ни сильный ветер с дождем, обрушившиеся на столицу, ни то и дело валившиеся на артистов декорации. Первой премией за вклад в развитие музыкальной индустрии Казахстана и России отметили недавно ушедшего из жизни Батырхана Шукенова, солиста группы «Астудия». Вторым на сцену за получением специально учрежденной награды в номинации «За вклад в жизнь» поднялся Нурсултан Назарбаев, которому ее вручил Иосиф Кобзон. Я вышел на эту сцену, чтобы от себя лично, от имени моего народа поприветствовать звезд российской эстрады, казахстанских артистов за вашу дружбу, за совместные выступления. Мы соседи, Россия, Казахстан, Богом данные, и живем по-соседски, по-братски. Мы в едином экономическом союзе находимся. И Максим сказал, что он приезжает, чувствует себя как дома. Казахстанцы в России тоже чувствуют как дома. Разве это не счастье? Желаю вам всего самого доброго. Хорошего вечера. Между тем, организаторам не удалось избежать и недоразумений. Разбушевавшийся ливень сильным ветром сорвал декорации, которые упали на голову внука Аллы Пугачевой, Никиты Преснякова.